Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и ребята-разработчики выложили нам для выполнения новый приказик, и вы можете получить один из двух обалденных, ребят, обалденных действительно камуфляжей легендарных. Один легендарный камуфляж на бабаху, который действительно обалденно смотрится, и за него я готов побороться. Мне очень нравится бабака в таком внешнем виде, и это действительно гораздо-гораздо круче, чем то, что у меня стоит сейчас в ангаре. Второй камуфляжик, который вы можете себе получить, также легендарный камуфляж. Мушкетер на Бачатан 25Т. Доже, классно смотрится машинка, и здесь выбор уже за вами, кого вы чаще гоняете, ну и, соответственно, кого из них вы хотите получить. Что необходимо сделать для того, чтобы забрать один из этих камуфляжей? Вам необходимо в течение 5 дней сделать, точнее не так, за 5 дней, отведенных вам на выполнение данного приказа, вам надо сделать всего ничего, победить в 30 обычных боях на танках 10 уровня. И мне почему-то кажется, что особого труда это не составит, потому что в целом такое количество побед за 5 дней сделать можно абсолютно таки себе даже спокойно. Чего, честно говоря, я вам и желаю. Желаю вам получить один из этих легендарных камуфляжей и особо не потеть над тем, чтобы их забрать. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, если вы за честные своевременные обзоры. Ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!